В эфире информационная программа «Пульс города», в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Влюбленная в север, филолог из Китая, переводчик книг Олега Бундура хочет наладить тесное сотрудничество с Россией. Достойный уважения земляков, завершается формирование доски почета Кандалакшского района. Выбор – дело непростое. Жители Зеленоборского и Зареченска смогут проголосовать на депутатских выборах досрочно. Начинаем наш выпуск с сообщения о неблагоприятных погодных условиях. По данным Мурманского гидрометцентра, в Кандалакшском районе сохраняется высокий 5-й класс пожарной опасности. Прогноз будет оставаться актуальным до вечера воскресенья 25 августа. В Заполярье сохраняется риск возникновения лесных пожаров. Причина – холодное лето при почти полном отсутствии осадков. Кратковременные дожди, которые наблюдались на этой неделе, ситуацию не спасают. В лесу сухо, а потому специалисты настоятельно рекомендуют северянам воздержаться пока от выездов на природу и организации пикников в лесу. В случае обнаружения лесного пожара или задымления граждан просят незамедлительно сообщать об этом в службу 112. Достойны уважения друзей, родных и земляков. Завершается формирование доски почета Кандалакшского района. Размещение фото граждан на доске почета является формой общественного признания и морального поощрения за достижения в решении социально значимых для Кандалакшского района задач. Весомый вклад в развитие сферы экономики, инфраструктуры, за инициативную, плодотворную, профессиональную и творческую деятельность. В этом году в адрес специальной комиссии, созданной при районной администрации, поступило 12 предложений от коллективов, предприятий, учреждений и общественных объединений по обновлению доски почета. Однако разместить там можно только 10 фото. На следующей неделе комиссия рассмотрит документы и примет окончательное решение. После кандидатуры, представленных на занесение на доску почета, направят для утверждения в районный совет. Там же будет рассмотрен еще один вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Кандалакшского района». К высокой награде местного уровня предлагают представить двух наших земляков. Внесены изменения в график открытия новых детских площадок в Кандалакше. Запланированные ранее на 25 и 29 августа торжества на Первомайское и Спеково решено перенести. Детские игровые площадки на Первомайской 38 и Спеково 39 будут открыты позже. Введение в эксплуатацию комплексов переносится на неопределенный срок, как уточнили в администрации города, по техническим причинам. Хотя и без этого пояснение понятно. Подрядчики не успевают к назначенному сроку сдать объекты. На площадке за администрацией, например, установлена только часть элементов, но монтажные работы продолжаются. В железнодорожном микрорайоне пока тишина. По отсыпанному полю гуляет ветер. Одно радует. На Горького 13 все готово к встрече с малышней. Детский городок здесь откроют, как и обещали, 24 августа в 15:00. Выходит на финишную прямую предвыборная кампания в Советы депутатов Зареченска и Зеленоборского. Уже 8 сентября жителям этих населенных пунктов предстоит сделать выбор и отдать свой голос в пользу того или иного кандидата в депутаты. Напомним, что в этих населенных пунктах Зареченске и Зеленоборском советы депутатов формируются из 10 человек. Претендентов же на кресло в представительных органах гораздо больше. В Зареченске, с учетом того, что один кандидат выбыл из предвыборной гонки по собственной инициативе, в совет хотят попасть 12 человек. В Зеленоборском, где сейчас кипят предвыборные страсти, в борьбу за 10 мандатов вступило 22 человека. Выбор, впрочем, за местными жителями, избирателями. Именно им 8 сентября предстоит решить, кто достоин представлять интересы людей в местном совете депутатов. Ну а те, кто не сможет по уважительной причине посетить в единый день голосования свой избирательный участок, имеют возможность проголосовать досрочно. С 28 августа по 3 сентября это можно сделать в Кандалакшской территориальной избирательной комиссии. С 4 по 7 сентября в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Произведения Олега Бундура будут изданы в Китае. До конца текущего года в Поднебесной увидят свет сразу три книги нашего земляка. Выход на международный уровень стал возможным благодаря сотрудничеству Олега Семеновича с китайским филологом Ли Дзяньхуа, которая с первой строчки влюбилась в рассказы детского писателя из Кандалакши.
Это уже не первый визит Ли Дзянхуа в Кандалакшу. А в России она вообще уже чувствует себя как дома. В нашей стране женщина провела несколько лет, изучала русский язык, знакомилась с культурой, бытом, литературой. Как признается Ли, жители Поднебесной обожают не только русскую классику, но и произведения современных писателей. Ее саму вдохновляет детская литература. В 2013 году я начала перевести лесную газету «Бянги». Угу. С тех пор я уже, то есть, заболела русской детской литературой. И поэтому и все время хочу у вас в России учиться, жить, чтобы найти хорошие произведения и рекомендовать у нас в китайском языке. Желание открывать и делиться своими открытиями профессор-филолог из Китая реализует в России на книжных выставках и в библиотеках. В одной из них она и познакомилась с произведениями кандалакшского писателя Олега Бундура. В 2015 году, когда я была в Центральной библиотеке в Питере, с первого взгляда сразу понравилась эта книга. Эта книга совсем новенькая и как жемчуг. С жемчужиной Ли Дзяньхуа сравнила книгу нашего земляка под названием «У нас на Крайнем Севере». Она настолько ей понравилась, что Ли захотела познакомиться с кандалакшским писателем. После взялась за перевод его произведений на китайский. В итоге до конца этого года в Поднебесной увидит свет сразу три книги Олега Семеновича. «У нас на Крайнем Севере», «В гостях у белого медведя» и «Царское море». В успехе предприятия Ли не сомневается и верит в хорошие отзывы читателей. Ведь жители Китая давно и с интересом присматриваются к русскому северу. Еще один тренд – Арктика. Арктика очень привлекательная тема сейчас не только в Китае, даже в мире. Я работаю в Китайском океанологическом университете. У нас в университете есть институт исследования законодательства морского права. И еще есть факультет океанологии. То есть там очень много экспертов. Они интересуются сотрудничать с русскими учеными. Необходимо подогревать и развивать взаимный интерес двух стран, считает Ли Дзяньхуа. Налаживать сотрудничество не только в области литературы, но и в науке, исследовательской деятельности. В свою очередь, она хочет стать своеобразным мостиком, который соединит Китай и Россию. Первые шаги в этом направлении филолог из Поднебесной уже сделала. И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Впереди вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды на предстоящие выходные. Я же с вами прощаюсь до понедельника. Не пропустите «Пульс города» ровно в 19:00 на ТНТ-4. Всего вам доброго и до встречи.